Опять эта херня неинтересная. Gears of War. А это что такое? Fable? Ну, Fable, кстати, охуенная игра. Я, когда был мелким школьником, я играл в Fable. Проходил полностью, ну, первую часть. Это что за игра? Call of Duty? А, реально. Ебать, Black Ops 6, сука. Они уже просто, им лень придумывать названия, они Black Ops 6, 7, 8, 9, 10. Ой, бля. Сколько там этих частей уже. Вообще, я помню Call of Duty как игру про Вторую мировую. Я, помнится, играл еще давно тогда, если я не ошибаюсь, я же ни с чем не путаю, по-моему, Call of Duty это про Вторую мировую. Call of Duty первая самая. Тут, блядь, что-то вообще непонятно, во что все превратилось. Уже вообще другое. Это как с Форсажем, знаете, вот тоже Форсаж фильм. Первая часть и вторая это про гонки уличные. Восьмая, десятая это уже что-то непонятное, блядь, какой-то экшен, война, нахуй, семья, еще что-то, вообще уже другое. Вот и Call of Duty также. То есть классика это третья, ой, это, блядь, третья мировая. Первая мировая, ой, блядь, ну короче, вы поняли, вторая, там, десятая и так далее. Блять, я все войны уже перебрал, я в ахуе, блядь. Hello, welcome to Treyarch in Los Angeles, and thanks for joining us. Hello, I'm Jesus from New York. Выебывается, что он в Лос-Анджелесе. Там мне вообще насрать, и шо? О, лагает. Не, ну, Call of Duty, вот эти новые, они, может, и неплохие. Ну, реально неплохие, я не знаю. Спасибо, что мне какие-то опять видео донатите зачем-то. О, то есть там такой сюжет, боевик, блокбастер и так далее. Ну как бы, блин, был бы я пиздюком, школьником, наверное, мне бы понравилась такая хуйня, реально. Я бы кайфанул. Но сейчас что-то не особо меня это привлекает как-то. Так, ладно, Call of Duty. И они, я так понимаю, все это время будут обсуждать Call of Duty. Вообще, сейчас ходят слухи, что в Call of Duty будет миссия, где надо будет взрывать башни-близнецы. Или, блядь, или предотвращать этот теракт с башнями-близнецами, вот этот вот. Реально. То есть там будет вот эта миссия. Все это обсуждают, говорят, что да, походу реально будет эта хуйня. Вот. Как это будет выглядеть, непонятно. Короче, реально, непонятно, бля. Может, тут покажут, кстати? Не, вряд ли покажут, конечно. Ну, в Call of Duty были уже, знаете, такие миссии, которые вызывали у некоторых вопросы в аэропорту. Ну, помните там? Ни слова по-русски. Вот тогда порвало, конечно. И это еще тогда. Это тогда, помните? Времена-то какие были. Ну, более-менее спокойные. В сравнении с тем, что сейчас. Представьте, если бы сейчас это было. Вот. Ну ладно, смотрим трейлер. Компания. Склад Зубрев, здорово, ребят. Ладно, похуй, что-то по-английски что-то рассказывает здесь. Ладно. Эмпти, спасибо за перепад. Трейлеры в начале, хорошо, что тут было в начале? Давайте перемотаем. State of Decay 3 говно, смотреть не буду. Fable, значит, да? Ну, это тоже говно какое-то. Вот, блядь, ой, извините за мат. А, здесь, что ли, Call of Duty? Блядь, они дважды Call of Duty показывали? Что, издеваетесь, что ли, а? О, господи. А, политика. Что происходит? Так. Подождите, Call of Duty вроде интересно выглядит трейлер, минуточку. Ой, блядь. Что происходит? Это кадры из прошлых частей, да? Это Сталин был? Так. Да, подожди, это что, реально Сталин был? Ага. А, Саддам Хусейн, господи, блядь. Good evening.
Ну, привет. Despite a potential for instability. О, нихуя себе. Ельцин, значит. Так. Our national interest. Free from the specter of global conflict. Ага. Today we celebrate the mystery of American renewal. Something's going on. Big. I'm a fire starter. Terrific fire starter. I figured if I stuck around hell long enough, I'd see the devil. Украина тут будет? Нет, конечно. Ну, может быть, когда-то потом, в будущем, будет какая-то там Call of Duty, где будет, соответственно, событие в Украине. Поэтому я не знаю. Но не в этот раз. Может быть, когда-нибудь. I'm a fire starter. The agency is compromised. Уже было вроде? Не. Явно не было. Точно не было. Ну короче, как обычно, американцы спасают мир. Да? Don't trust anyone. Не, ну графика, кстати, неплохая. Бать, даже мотоцикл в виде американского флага, я в ахуе. Бля, вот это экшен, конечно, я в шоке. Покруче Форсажа. В ахуе, бля. The United States of America. Ха-ха, бля. Нормально. Боже, храни Америку, бля, я в ахуе. Патриотизм зашкаливает, ребят. Так. Что еще у нас тут? Это что такое? Что это? Что это? Дум? Блядь. Задолбали по стакану бить. Нихуя себе. Подожди, да какая часть Дума? Ля шерстяной стоит. Ебать, катапультировался. Ебать. Ебать. Что, блядь? Нихуя себе. Это Дума в мире Dark Souls, блядь, или что, я не понял. Вот это месилово, конечно. Ебать. Что, блядь, летать на драконах можно? Что это такое вообще? РПГ, блядь, или что? Ладно. Окей, выглядит неплохо. Нихуёво, я бы даже сказал. Так, Game S. Дальше. Это у нас State of Decay, да? Это я сразу скипаю, мне неинтересно. Sorry. I'm sorry. Это что такое? Гей-эс. Что это, блядь, такое? Dota 2, что ли? Новый персонаж? Бля, реально, что ли? Ладно, это мне тоже неинтересно. Где Fable? Bethesda, ну-ка, что она там презентует? Анатолия.
Что это? Что там Анатолия? Он Анатоли презентует нам. We have received a distress call of unknown origin. Starfield? Ай, в пизду, блядь. Дальше идем. Это тоже оно, да? Это хуйня какая-то. Где нормальные игры-то, ну? Господи, блядь. Это что, Fallout? Понятно. 76-й, да, но это хуйня. О, мировая премьера! Чё, сын хуйни? And paint again. Paint a new number. Ticking down every year. 33. Fable? One stroke. Чё это такое? And everyone of that age vanishes into nothingness. Every year she paints again. Шо это, блядь? And every year an expedition departs for the continent. With one hopeless mission. Destroy the Paintress so she can never paint death again. We'll break the cycle so she can't steal anyone else's future. This world is full of wonders. Yet everywhere we go, we walk with death. Ёбаный свет, что это? We're the only ones left. Боже, блядь, что? Только что выглядел как нормальная игра. Что это такое? Почему оно резко превратилось в какое-то, я не понимаю, что-то похожее на непонятное что-то. Ладно. Очень странная игра. А! Кто это? Что это за игра? Не, ну может она прикольная, окей. Мобильный гейминг. Нихуя себе там графика для мобильного гейминга слишком хороша. Do you think there's a chance my mom's still alive? If your mom's anything like you here, she'll keep fighting till we find her. I hope so. It's just... Что за бобр? Hard to believe this is all really happened. Life is Strange? А, нет, ладно. Чё с ФПС? Это, видимо, так должно быть, да? Это в этом прикол, типа, такой. Что это за сом? Яки бидли. Чё за хуй? Да, господи, парашку тут показывают, блядь. Сори, что я скипаю, просто я пердоли. Просто я как бы, ну, стараюсь смотреть те игры, которые я буду играть. В это я вряд ли буду играть. Ну, ни хрена себе. Ага. Привет, зубным на стриме пельмешку свою показываю. Спасибо, ну... И что, вкусная была? Ты хочешь, чтобы я показал или что? Короче, ясно. Далее. In darkness, she slumbers. А это что такое? And dreams. Ебать, что это? And for countless generations, Властелин колец. О, нет. Warcraft? Это World of Warcraft? Подожди, блядь. Что там? DLC новое выходит? Дополнение? Или это Диабло? Я сейчас не понял. Они все одинаковые. Мортал.
Чего они все орут? А, блин. Ну давай уже быстрее, что это такое? Даже интересно стало. Не, ну World of Warcraft это легендарная хуйня, реально. Когда уже вторая часть выйдет, непонятно. Even upon the very threshold of death. Тут ебать. While new hope blooms on the horizon. Да давай уже, господи, блядь. Что это? Now, in the darkness. Куда торопишься? Да так? Варвизин. О май гад. Что? А? А? 26 августа. Ну нихуя себе, на ПК. А как будто бы World of Warcraft есть еще где-то, кроме как на ПК. Ну, ладно, окей. Новое дополнение. О, Metal Gear. Approaching Soviet airspace. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. Ремейк третьей части. The clock is ticking. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? Че, блядь, серьезно, его не видит? Да. In other words, weapons and equipment to procure on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. I have to find my own weapons and equipment. Whose crazy idea was this? А было что-то интересное, кроме сталкера? Ну, я считаю, что вот это интересно. The real one-man army. Реально. Я хоть и не играл ни в одну из частей, но сама по себе игра прикольная, говорят. Так, ясно. Далее, что у нас там еще? Сталкер был, да. Ясно, хуета. Понятно, хуета. Ясно, хуета. I always knew I had an instinct. Хуета. Generating. Agent Stark, it's a pleasure to meet you. Короче, похуй, я заебался. А вот. Диабло там показывали, я вижу. А, вот Фабле, господи, наконец-то. Наконец-то. Это оно и есть, что ли? Who better to tell you all about them than perhaps the greatest hero of them all? Yeah? There he is. In all his finery. Все, последний трейлер смотрим. Cheers. Алексей, вы ленивый хуй, ленивый. Я скипаю все это, потому что моя аудитория, в принципе, неинтересна. Поэтому я стараюсь как можно быстрее это все просмотреть. Что мне интересно, как раз таки, и все. Тебе неинтересно. Мне это интересно смотреть эти презентации. Но я все помню. Я помню, сколько было зрителей на прошлой. Поэтому не надо мне тут говорить. Вам неинтересны игры, так уж и признайте это, пожалуйста.
I mean, sure, you get your mega fans. You are, like, literally my favorite person. Your haters. It's like a fan club. Бля, вот чем мне нравилась первая часть Fable, так тем, что там ты как бы играешь за персонажа, который буквально, ну, стареет. То есть он сначала молодой, потом такой как бы среднего возраста, потом в старика превращается. И от твоих действий, если ты делаешь добрые дела, то ты выглядишь нормально. Если ты делаешь злые дела, то у тебя рога как у демона нахуй отрастают, реально, как у черта. И ты такой типа, ну, внешне тоже меняешься, у тебя шрамы появляются, ты злой. Вот, это было прикольно. А в новых частях, если не ошибаюсь, такого нет. Вот. But we hate you. Your chances and the occasional giant toad for some reason. But it's more than that. It's about за женщину надо играть. Choices you make. I'm a hero. I should do what I want. We thought you could save her. You know, it's your life and death stuff. That's what defines you, isn't it? Really, Так, ну и чё? Это какая по счету Fable, кстати? По-моему, четвертая, если не ошибаюсь. I took her in when she had nowhere else to go. Welcome to the most exclusive club in all of Albion. Thought I'd get her out there. Make the most of her. Четыре баннера на экране. Он что, все деньги мира хочет заработать? Бля, братан, знал бы ты, сколько мне денег дают за эти баннеры. Один баннер так вообще бесплатный, нахуй. Вот, вот за это мне вообще ничего не платят. Он просто так висит. Ну как просто так? За кое-что, скажем так, взаимное. А, вот этот баннер, то же самое, это вообще мое, скажем так. А, два остальных, ну, за них очень мало дали, поэтому они висят здесь. Иначе бы тогда вообще ничего не было. You know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, alright. She was... А почему женщина в главной роли? Не, я ничего против не имею, но просто непонятно. Yeah, I knew this girl once. А это кто сидит пиздит? All the wrong choices. Humphrey. She's back. Ага. Ясно. Повесточка? Да не, ну... Фабля. I'm going to fix it, this place. And no one is going to stand in my way. О, бля. Coming 2025. Понятно. Что я могу еще сказать? Интересно. 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 Трейлер Индиана Джонс. Да мне не интересен это Индиана Джонс. Life is Strange мне тоже не интересно. Ну, блядь, серьезно, вы будете играть в эти игры? Вот я в Life is Strange точно играть больше не буду. Первую часть я проходил, первые две, по-моему. Первую часть я прошел окей. По-моему, вторая или как... Ну, в принципе, все следующие части уже были говном. Я думаю, что новая, ну, такая же хуйня будет. Давайте посмотрим чуть попозже, как отдельный трейлер, хорошо? Вот. Пиздец, что тебе интересно? Сталкер 2? GTA 6, Doom, неплохо было, да. Stalker 2, GTA 6, Doom. Ну, GTA 6 мы там не видели, но в любом случае, да, то есть это интересная хуйня, когда она выйдет. Игра про Боба, ну это с прошлой презентации. Окей, игра про Боба, Бобы точнее. Еще там было пару интересных игр, я уж название не помню. Если вообще на будущее смотреть, ну, например, Skyrim новый. Ну, как Skyrim? Вот этот TES, так называемый, да? Новая часть. Охуенная тема. Вот это я тоже жду прям пиздец. Потом, что еще? Skyrim 6, да. Вот, потом, что еще? World of Warcraft? Да не, ну... У меня нет времени, чтобы играть в World of Warcraft. Если было бы время, я бы играл, а у меня его нет. Да все, блядь, ну реально. То есть, на самом-то деле, не так уж и много игр меня интересует. А что? А шо, блядь, ну а чё? Ну а чё? Ну а чё? Ну а чё? Да, я не геймер. Ну и что? И что теперь? Вы сами не геймеры. Вам это всё неинтересно, блядь. Вы презентации на моём стриме не смотрите. Так чё вы от меня ещё хотите-то? Я не понимаю, блядь. А? Ну и всё. А США? А США? А США?
США, а в США. Тут есть человечина и ЦСШ, а США,